Иммерсивный музыкально-поэтический аудиоспектакль «Внутрь» представил посетителям Первой Одинцовской библиотеки Слава Рязанцев. Стихи и проза для него – способ взаимодействия с миром, который он открыл для себя еще будучи подростком. Как и у всех людей, какие-то были чувственные порывы, когда срывает голову и куда-то нужно эти эмоции выплеснуть. И вот находится тетрадка, находится ручка, и вот что-то ты начинаешь писать, потому что тебе нужно куда-то деть свои эмоции, чтобы с ними справляться. Умиротворяющая музыка и поэзия, чтобы ничто не отвлекало от восприятия. Автор предлагает зрителям надеть на глаза маски и комфортно устроиться в креслах. Да и сам Слава читает свои стихи в основном с закрытыми глазами для максимального погружения в атмосферу радости. Сладко сопит малыш. Солнце ползет украдкой. В окна с покатых крыш. В рамках традиционного квартирника зрители смогли услышать камерный моноспектакль из 17 стихотворений, совершив путешествие внутрь себя. А затем не хотели отпускать автора, обсуждая услышанное. Ведь Слава пишет о том, что волнует каждого. О любви, о себе, о человеке, о детстве, о внутреннем ребенке, о взрослении, о том, как ты ощущаешь себя в этом мире, о том, как мир взаимодействует с тобой, как ты взаимодействуешь с миром, как не потерять себя. В планах поэта издание книги стихов, запись аудиосборников, новые выступления перед публикой и, конечно, творчество. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».